Чебаркульская птица начала пассивную кампанию 2021. Второй год она проходит под знаком экологичности и инновационных технологий с использованием органического удобрения «Биоресурс». На протяжении 3 лет специалисты чебаркульской птицы совместно с научными институтами разрабатывали оригинальный препарат, который ускоряет переработку куриного помета в органическое удобрение. Полученный результат превзошел все ожидания. Биоресурс не только эффективно утилизирует побочный продукт птицефабрики, но и представляет собой самостоятельное удобрение, увеличивающее урожайность на 20%, что позволяет ставить задачу постепенного перехода к органическому земледелию. Данный препарат, как бы он не производился для того, чтобы применяться в виде органического удобрения при производстве зерна. Но мы об этом задумались и начали проводить эксперименты. Просто вот начали проращивать зерно прямо в лабораторных условиях. Мы увидели, что энергия прорастания зерна при обработке более чем в 2 раза выше. Сегодня чебаркульская птица полностью завершила регистрацию нового продукта – органического удобрения «Биоресурс». Получен патент на изобретение и все необходимые разрешения от Министерства сельского хозяйства России. Изготавливается «Биоресурс» из низинного торфа с помощью оригинальной, также запатентованной технологии. На выходе получается препарат с крайне высоким содержанием гуминовых кислот – не менее 65%. Весь технологический процесс у нас происходит в реакторах. Добавление калия производится, чтобы улучшить кислотность, получается, торфа. Потом в последующей работе производится очистка уже самой жидкости на центрифуге. Органическое удобрение «Биоресурс» подходит для всех видов растений. Вариантов применения его в растениеводстве масса. Так, в рамках посевной кампании «Биоресурс» добавляют в раствор для протравливания семян. Если мы еще в раствор для протравливания добавляем биоресурс, то мы еще и даем дополнительное питание для семян, чтобы они лучше всходили и имели большую силу роста, то есть более энергично развивались, накапливали большую корневую систему и лучше адаптировались к условиям поля. Чебаркульская птица является не только производителем товарного зерна, а также фуража для собственных нужд. В 2016 году компания реализовала проект по строительству селекционно-семеноводческого центра и теперь ежегодно получает 10 тысяч тонн элитных семян различных культур. Но прежде чем тот или иной сорт придет на большие поля, его проверяют на маленьких делянках, на которых специалисты также испытывают технологии, планируемые в производстве. Течение вегетационного периода точно так же, как и на больших производственных посевах, здесь на делянках будут вестись обработки с применением препарата «Биоресурс». Самые лучшие сорта, которые здесь себя проявят, затем перейдут на производственные посевы, и их семена мы будем предлагать нашим сельхозтоваропроизводителям. На сегодняшний день чебаркульская птица уверенно стремится к экологизации производства и органическому земледелию. Обработка биоресурсом семян и растений в вегетационный период позволяет почве создать собственную микрофлору. Это первый шаг к тому, чтобы свести к минимуму использование не всегда полезных минеральных удобрений. По этому пути идет компания «Чебаркульская птица». Мария Исакова, Павел Головин, ОТВ.